Или на ваших экранах, это Петричёна нам показывают, полузащитник гостей. Доннарума в воротах, Кьер Романьон на красно-желтых цветах и состав Лечи на ваших экранах, Габриэл. А Лечи в бытность игроком он... итальянской серии А. Поехали. Игра. Очка отставания у Милана. Подача в штрафную площадь. А вот этот угловой, подача в штрафную площадь. И вот удар. Ну и посмотрим, какое решение примет судья. Команда такая, которая дает играть на матче. Здесь не 6 голов, а в 26 турах. Это Эрнандес. Поаплодировали партнеры. На Кастильехо еще один кросс в штрафную площадь. И вновь, что Анте Ребич появится в стартовом составе. Такая тоже была дискуссия, да, кого выпустят. Но все-таки Газе. Мототаланты. Кастильехо решил издалека. Испанец для своей команды. Подготовленный удар, но рикошет и угловой. Играющий, да, и сам подача в штрафную площадь. То Эрнандес, что из-за футбола. Ну, ревность. Подача, и опять прикрыл Габриэл ближний угол. Смотрим вот за моментом. Как... И здесь есть Кастильехо, Кастильехо, удар. Эстер периодически может, да, такие пасы выдавать. Габриэл, немножко как-то все затянуто. И смотрим удар. Сам Ити бьет, и опять вынужден вступать в игру Габриэл. Понадобится серьезная помощь. Ну а нам еще Фалько очень техничный футболист. Видите, играл, да? Тео, но так ждение. Вот в этом жестком стыке. Сэр. Хорошая передача. Тео. Удар. Эрнандес, когда бил поворотом, не было офсайда. Ну, возможно, и на какой-то отскок рассчитывал сейчас. В этом эпизоде безошибочно. Как, впрочем, и на проезде с Чолханоглу. Это гол. Вратарь. Итак, не стал в касание подавать Чолханоглу. Казалось бы, такая высокая. Ну и кто там? Сам Кастильехо, именно от его ноги. Футболистов. Катил Чолханоглу. Бадавентура, забивай! Каков Лечи, вот такие уже ошибки. Это Панайотис. Бадавентура забил. Все равно бы гол не забьет. Бонавентура. Тео. Как же сильно отдавал, но все равно удар состоялся. Он разводит руки в сторону. Он плохой пас. Арей. Передача в касание. Момент. Удар. Вот этой передачи, если не было положения вне игры, а оно, судя по всему, нет. Все-таки... вне игры. Все-таки офсайд. Там вроде не было офсайда. Дает. Здесь ждал. Он может, кстати, на позиции центрального полузащитника. Опорника. Вот. В передаче штрафную. Процент владения мячом. Тут небольшое преимущество. Давайте на этом повторе посмотрим. Так, здесь уже свисток в пользу Лечи. Играл сейчас. Вот только последняя передача, да, имеет возможность уже что-то тут и после стандарта разрешилось неточным ударом. Играл на Петричёна, он может пробить. Первого тайма, а мы еще раз шел далеко в сторону. 4 минуты. Удар. Потом выяснится, да, сможет ли нападающий Лечи продолжить. А вот ошибка. И уже у Лечи момент. Дачу скидка, ошибается Бенасер и пока что Милана. Бонавентура развернулся, сделал перетер обороны Милана под тренер Лечи. Стефано Пьоли, наставник Сапонара, уже в штрафной удар. Лечи в первом тайме, у Милана, конечно, их было больше, и я скажу, Бабакара. Милана, Чолханоглу пытался. Он сменил Кьера. И здесь очень неаккуратно сыграл защитник. Я нарушал правила. Удар.
перехитрил здесь, сейчас стал гадать. Чалхан-Оглу. Сам бьет Чалхан-Оглу. Хорошее настроение у Боновин. Возвращает все на свои места Милан. И у Ребича. И, скорее всего, офсайда. Не прошло и минуты, как Милан сравнял счет. Да. Number 56. Nice ball forward. Çalhanoğlu, Conti. Is this the fourth goal? Yeah. And what's that little motion there as we see the head? And the substitute just a few moments after coming first since the match with Cagliari in round 19. Something for the journalists to pick over. 60 goals they've now conceded this season. Çalhanoğlu from distance. Well, we've seen him score. First time this season they've scored four. Can they make it five? And that's a foul, so they've still got work to do. Well, coming up later this evening as Leao pushes through. So clock now. Babacar running. Leao into the edge of the area, goes a little wide. Pulls it back. Good here for Lecce at the end. Babacar arriving. And almost in terms of getting them the goal. A big 30 at home. And the next match is make any man worried. Able to fix the defence, you don't think, in any great amount. Nice idea, cross field. Leao sent to stretch his legs. Foul.